Да, друзья, всем привет, с вами Алексей. Сейчас мы находимся в московском офисе на Кузнецком мосту. Сейчас у нас радостное событие, наш клиент получил визу, вот американская виза долгожданная. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, для наших подписчиков и расскажите немножко о себе. Я родился в городе Ош, проживал там. Ну, я очень счастлив, что получил американскую визу. Это был самый лучший день, когда я получил эту визу. Я счастлив, что я волнуюсь, что можно сказать. Моя мечта и мечты моих родителей, друзей сбылись. Я ждал этого дня с самого рождения. Я мечтаю поехать в Америку. Я самый счастливый человек в мире. Ура! Здорово, здорово у вас. Видите, все получилось, вы получили визу, и скоро ваша мечта сбудется, вы окажетесь там. А расскажите немножко о подготовке, как, что происходило, как вы готовились? Мы готовились с Элеонорой по скайпу, она меня обучала. По времени сколько примерно? По времени ушло примерно 2 месяца. Эти 2 месяца дались мне... Скажу так, нелегко, было трудно, но я... Новая информация. Да, новая информация и все такое. Но с поддержкой близких и с поддержкой Элеоноры мы всего достигли. Отлично. А где, расскажите, где вы подавались? В каком городе, в какой стране? Мы подавали заявку в Польше, в Варшаве. Прошло 2 месяца, и мне одобрили визу, я счастлив. Здорово, да. Поздравляю вас. Спасибо, спасибо. Да.